Всем привет! Меня зовут Катя. Я рада приветствовать вас на своем канале. Это мой новый влог. Сегодня 19 сентября, а это значит, что у меня день рождения. Я уже собралась вот так вот и выдвигаюсь на празднование, кстати, которое будет длиться несколько дней. Ну, впрочем, как и всегда. Приятного просмотра! В общем, мы приехали в Маза-парк, как раз то самое место, где нужно отмечать 20-летие, и мы решили начать с танца. В общем, мы поиграли в дартс, там было 20 ходов. И оставался последний ход. У меня вообще было 53 очков. Выпить надо. У Кристины оставалось 13. Вот. И получается, один ход у меня, один ход у Кристины. Если кто выиграл. Я выпила 53 одним броском этим. Мы стали играть в игровые автоматы, в которые мы не умеем играть. Изи. Вот, работал. Ой, давай первая выбери. Розовая? Да. А, это твой. Вот почему. Нажми ты. А что он там нажимает? Да, на любую. Medium, white, light. Почему у меня light, у тебя medium? Сейчас поиграю. Какой розовый, забирай. Баскетбол. Мы же, конечно, еще такие спортсмены, как вы поняли. Так, посмотрим, что у нас будет. Оно, кстати, двигается. Кольцо двигается. Оно а, сейчас. А ты вот это нажал? Нет, я не нажал. А теперь к вашему вниманию наши танцы, потому что мы обнаружили игру, где нужно повторять движение. Еду, короче, в магазин Гуччи в Санкт-Петербурге. Новый вид спорта. Вот, смотрите. В экипировке. Здесь вон Кристина. И у нас, кстати, даже очень неплохо получается. Здесь, конечно, нет зубцов и нету ничего подобного, как на коньках, как вы привыкли. Но
тоже крашу. Вот, поэтому... В общем, следующая наша локация — это боулинг. Посмотрим, кто здесь кого. В прошлом году, кстати, я тоже была боулинг. Если вы помните, можете посмотреть мой блог и взлетать сюда. Кстати, смотрите, какая у нас дорожка. 19-я! А в прошлом году, если вы смотрели мой блог «День рождения», то у меня было 34, выбило 19, а у нас здесь прямо дорожка 19-я. Мы уже пришли в ресторан, вот сидим тут с девочками. В общем, я уже приехала домой. Мы с девочками сходили в ресторанчик, отпраздновали мой день рождения. Сейчас я вам покажу, что мне подарили. Следующее место, где я решила отметить свой день рождения, это планетарий. Ночное небо. Прекрасное и загадочное. Мы сходили в планетарий, а на самом деле это немного скучно было. И так ставка видео. И в какой-то момент я заснула, как казалось. Вот, Настя мне потом сказала, что я спала. Но я много что помню, если что. Не, ну объективно я тоже спала в какое-то время. Вот, вот так вот. Но это очень красиво, особенно когда именно звезды показывали, а не скучная лекция. Да, мы как и решили нашей галактики, что у нас была четвертая пара сегодня по космосу. Вот, а еще создание Вселенной, и там началось создание Петербурга. Вот такие вот
подробности. Можете сходить, если вам интересно. Мы ходим, гуляем, забрели в очень такой красивый дворик. Смотрите, здесь такие дома, ну, вы только что видели эти кадры. Вот, и мы еще пытаемся найти место, где можно покушать, потому что мы все это время гуляем, а на улице уже очень холодно, и вечерочек. Просто я на любом этом. Давайте посмотрим, что вот в этом пакетике. Мне сегодня еще новенький подарочек подарили. Так, здесь книжка, которая, естественно, хотела «Высота одиночества», видимо, по фигурной катании. Затем еще одна эта вот чистилка для техники. Кстати, очень классная вещь, на самом деле. Угу. Кока-кола с ванилью. И снова такой зеленый кулончик.